Итак, Хазар, это был родной правнук Ноя. Родной правнук Ноя. Четвертое поколение после Ноя. Хазар. Ной, Иофет, Фагарма или Тагарма на иврите, Хазар. Когда мы слышим вот эти аргументы о том, что кто-то говорит, что азербайджанцы не древний народ, у них нет истории, у них нет генеалогии, а у кого-то есть, например, коньяк Ной, тут нужно вот просто посмотреть на все это и сопоставить. Азербайджанцы – это древнейший народ, который живет на лице земли. Просто иногда само название народа бывает меняется. Как мы видим тут. Был великий тюркский каганат. Он потом распался. И на его месте возник хазарский каганат. Слово «хазар» оно проходит красным. Потом появляется название «азар». То есть разные трактовки. Азери, азербайджанские и так далее, из трактовки, которые с этим не согласны. Но в хазароведении свои правила. И никуда не деть хазарские артефакты, хазарское пребывание на Южном Кавказе и на Северном Кавказе, конечно же, тоже. И никуда не деть всю эту историю. Вот об этом надо помнить. И когда я говорю с моими друзьями из Азербайджана, я им всегда говорю, помните, что настоящие потомки Ноя и настоящие потомки самых первых праведников, восходящих к Адаму, это вы. Вам нечего стесняться, вам не надо комплексовать, вам надо все это помнить.